Всем привет, уважаемые зрители моего канала на YouTube. Сегодня буду делать вскрытие посылки из Китая или из Тайваня. В этой посылке переходное кольцо с байонета Sony Amont на байонет Sony Emont. Сейчас буду вскрывать ножничками. Так-с. Как-то заклеились сильно. Вся посылка мятая, не знаю, как ее доставляли. Может, где-нибудь валялась на почте долго. Но дошла она в срок, эта посылка. Почта сработала как надо. Так, достаю, что тут. Вот, переходник. Переходник. Вот, видите? Минулта автофокус Nex. Вот тут вот диафрагма регулируется в 7 положениях вот этим вот кольцом. Сюда вот прицепляется объектив на Amont, Sony Amont, и вставляется фотоаппарат с байонетом Sony Emont. Вот такая вот штучка, полезная в хозяйстве. Так, значит, всем, кто смотрел это видео, счастливо. До новых встреч на моем канале.